Здравствуйте, мое имя Паранова Юлия, я закончила Институт современного искусства в 2006 году, актерский факультет, мастер курса Владимир Николаевич Камратов. Первая моя роль была в художественном фильме «Хоттабыч», я сыграла девушку Лену, подростка с активной жизненной позицией, это была характерная роль, очень интересная работа. Дальше были съемки в художественном фильме «Кремень», «Новогодний детектив», и мне кажется, какое-то огромное количество эпизодных ролей в сериалах. Когда меня просят написать всю мою фильмографию, знаете, честно говоря, уже некоторые роли я даже не могу припомнить. Из увлечений. Увлекаюсь я, наверное, одно из моих ярких увлечений – это водные виды спорта. Мне кажется, я катаюсь практически на всех досках, которые могут идти за лодкой, либо самостоятельно по воде с помощью тяги, силы ветра. Также я люблю путешествовать. Путешествую, конечно, я желательно по возможности в те страны, где есть большая вода, открытая, и ветер. Знаете, кстати, очень интересное чувство. Если тебе вдруг удается пожить в какой-то стране определенное количество времени, и вот бывает, что вот этот миф, навязанный путеводителями, он у тебя рушится, ты вдруг видишь страну совсем другой, настоящей. И вот эти маленькие открытия, я их всегда подмечаю, они мне очень нравятся. Вообще во мне есть лидерские качества. Да и скажу больше, на телевидении в принципе должны работать те люди, у которых присутствует неиссякаемый